Сегодня у злучениях и воинских частях внутренних войск у Министерства внутренних справ Республики Беларусь начался новый период в учебно-боевой подрыхтовке. Урочистый митинг, присвященный этой подеи, прошел и у войсковой части 55-25. На им с приветственным словом выступил первый наместник командующего внутренними войсками краины, начальник штаба Игорь Бурмистров. И он подяковал войсковцам за службу в минулом годе и пожелал успехов у боевой подрыхтовки. По завершении митингу у части разгорнули навучальное место для ознаемления особистого состава с мерами безопасности, которые должны выполняться у повседенной службово-боевой деятельности. А кроме того, прошли первые занятки по идеологичной подрыхтовке по теме «Национальная безопасность Республики Беларусь. Задачи внутренних войск у 2019 году». По окончанию полугодичного обучения проводятся проверки, уже проводится боевое слаживание окончательно подразделений, и уже по факту смотрится, в какой степени мы подошли к обучению личного состава. И в конце года проводится уже итоговая проверка, и уже обобщаются все результаты за год, и смотрится готовность всего соединения к выполнению задач по предназначению. На новый период в учебно-боевой подрыхтовке у войсковую часть 55-25 призвали больше, как 170 человек. На протягу наступных месяцев с ними будут проводиться плановые показательные и практичные занятки по всех предметах навучания.